корпоративные игры. Рассказывай, что они там подцепили. Подсказки мне. Говорят, мы такие буки. Что-то у нас по стойке смирно поставили, если мы стоим. Короче, у вас сзади место. Может, вы играли на свадьбе? Нет. Один? Один? Да. Какие предметы ты берешь туда с собой? Картошку, капусту, морковь. Что ты там делаешь? Картошку, капусту берет. Делаю плов. Плов там делает? А больше негде делать, кроме этого места. Так, в это место нужно, можно попасть бесплатно или нужно платить деньги? Конечно, вход 500 рублей. Так, ты берешь тряпку? Нет. Нет? Ага. Так, куда ты из коллег возьмешь свой? Да. Кого? Кого из, да, из коллег? Кого? Ефима? Почти похоже. Кому ты посоветуешь обязательно посоветовать? Рыбкина? Точно. Все, ему можно показать. Точно! Нет, а ему нельзя показать? Нет, нет, нет. Внимание, да? Как часто ты посещаешь? Редко, да? Тебе нравится или ты вынужден туда ходить? Нравится, да? С какого возраста ты начал туда ходить? Да.
что ты с собой туда берешь? Какие предметы берешь? Подрабатывает, походу, недели два раза.